Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня хочу вам рассказать о том, как я делаю завершающий узел на мушках, когда я делаю самодур. Потому что я делаю его быстро, и потом обещал повторить. Значит, это будем считать, что у нас ниткодержатель. Зафиксирую эту нить, чтобы она была в нитях. Значит, дальше берем наш крючок. Вот вроде бы наш окончательный узел. Теперь надо формировать головку. Вот смотрите, что я делаю. Перебрасываю, делаю петлю и дальше начинаю просто ее накручивать. 3-4 раза. Все. Наша головка узлом завершена. Еще раз смотрите. Петля. И дальше ее набрасываю на крючок. И делаю завершающий узел. Еще раз. Петля. Крючок. И вот пошел крутить. Это все, что я вам хотел показать. Все. Будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи.